Христианский идеал является весьма важным фактором в деле нравственного переустройства общества. Только он может спасти современное человечество от полной деградации. Поэтому я поставил себе главной жизненной целью способствовать возрождению христианской мудрости, христианской веры. Вот чему я служу всеми своими силами. Это видят мракобесы и хотят меня уничтожить, так как палачи духа и мысли являются также палачами физического тела. Однако мне не пристало страшиться тех, которые могут отнять у меня лишь физическое тело. Пусть исполнится воля провидения, пусть узнает культурное человечество, что я присоединился к плеяде мучеников ради истины. Впрочем, один из ее представителей на центральном... Как утешение в пленении, когда душил советский ад, многострадальный Сакартвело, Господь послал тебя, Звиад. Презрев мирские наслаждения и заботы, ты рыцарь преданный родины своей, взял на себя тяжелый крест народа и вывел Грузию из плена палачей. Но краткий миг триумфа и свободы сменился чередой скорбей и бед. Ты мог, Звиад, уйти и сдаться, но твердо злу ответил «нет». И лучшие сыны народа шли за тобой против зла. Кровь мучеников лилась в битве, и крест страданий нес ты до конца. Окончен путь Звиада, ведь смерть земная не конец, и ныне он ведет с собою
сотни тысяч верных сердец. Но не закончен путь звяда, ведь смерть земная не конец, и высшая ему награда — сотни тысяч верных сыновей.